Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Ура, победа. Умничка, победа. Владимир Путин, поздравляем вас. Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Ура, победа. Умничка, победа. Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Людушка, любовь наглядна, женушка любимая, дорогая, тебя поздравляю, уже объявили, что Владимир Владимирович Путин с триумфальной победы Владимировича Путина с большим отрывом от всех кандидатов. Так что поздравляю тебя, Людочка, алло. Отлично, ура, победа. Так что проголосовали очень успешно за Владимира Владимировича Путина. Вот, молодцы. Лена, Дима, Людмила Игоревна и я тоже, Петр Николаевич. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ульяна, Ванечка, Серафима, все мы за Путина. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Ну давай, ура, победа, все, целую. А с кем ты поздравляешь? С кем поздравлять? Ну? С победой Путина, правильно. Поздравляю с победой Путина. И я тебя тоже поздравляю. Чего ты говоришь? Очень хорошо, мил нам вместе с президентом, правильно. Мы любим наших президентов. Все голосовали, да, мы были на площади, уже это все засняли, выставили, вот. Так что отлично получилось. Вот. И были у Вики, с Майки. Тоже были у Вики с Майки. И Майки, говорит, я люблю, говорит, бабушку. Я ей привет. И Вика, что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия. Не выброс метана где-то в шахте. Неожиданный. Люди пришли отдыхать. Дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие? Давайте начнем с МЧС. Как разрешение получали на этот вид деятельности? Ну, это вот Следственный комитет мне ответит. Все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово. Ну, городская администрация. В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение, были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Это не малый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, так сказать, холдинг, целью которого было получение прибыли. С 19 числа у них сигнализация уже не работала, но тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось. Подождите, сигнализация не работала, почему? А потому что она технически не работала, отключилась, никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19 числа. То есть они знали, что сигнализация не работает, да. И ничего не делают? Ничего не делают. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за занятия, за организацию эвакуации, они все первые разбежались. У нас же нет практически потерь со стороны штата торгового центра. Слушайте, нужно как следует с этим разобраться. Что касается собственников, то, конечно, они должны появиться и поучаствовать во всей этой работе. Но собственники что, они сдали в аренду и все? А обязанность органов власти проконтролировать, как организована эта работа, и добиться того, чтобы она была поставлена на должный уровень. Вот в чем дело. Органы государственной власти, городские органы в данном случае, прежде всего, должны обеспечить вот необходимый уровень безопасности. Мы обязательно доверимся до администрации, которая санкционировала, все это разрешала. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными. Ваши сотрудники проверили их или только 2 года назад, и все, что ли? Товарищ президент Российской Федерации, с учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, ну, что получили налоговые каникулы. Нет, налоговые каникулы здесь при чем? Налоговые – это налоговые, а вопросы безопасности, да, они к налогам не относятся, правильно? Слушайте, к вопросам безопасности это не относится.
При чем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы, так? И обеспечение безопасности. Это разные вещи. Первое чувство, значит, когда вот говоришь, когда говорят о количестве погибших или погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь вот сказано, уже другие чувства возникают, честно скажем. Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Все изучить и дать правовую оценку. Это нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег. А деньги заплатил, все что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Как оцениваете человек, который профессионально там занимается? Какие там проблемы? Огромные площади, ну непонятно куда бежать, на самом деле. Непонятно куда идти. Конечно, поэтому люди в тупик заходили, не смогли выбраться. Гуманитарная проблема, это большие конструкции, большие площади, их надо как-то разделить. Недопустимо, мне кажется, такие огромные делать здания. Для таких целей? Люди не смогут быстро их покинуть, однозначно. Хоть сколько-то там получилось выхода в город. Тем более они не были открыты к чему-то. Я работаю с 2016 года, два года как мэр, но до этого был заместителем главы города Кемерово 6 лет. Как же разрешение дали? В 2014 году было разрешение на госэксплуатацию той очереди, где произошла трагедия. Вы не проверяли ничего? Да, я тоже хотел спросить, проверка. Как не проводится? Два года не проводили проверку. Владимир Владимирович, проводилась проверка. Госпожнадзором были выданы... 16 были выданы... 16, сейчас 18. Были выданы подписания, и затем был объект перепродан. А поскольку мы... Почему здесь перепродан или перепродан? Безопасность должна быть обеспечена. Продана или перепродан? Какая разница? Безопасность всегда должна быть обеспечена. Правильно? Какая разница, кто собственно? Служба должна работать, обеспечивать безопасность. Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал разрешение, кончая теми, кто должен был отслеживать за безопасность, этим ЧОПом, который там сидел и кнопку не нажал, сотрудники и так далее, пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания, выдачи разрешения, как из фабрики сделают извлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы вот эти материалы использовать при таком целевом назначении этого здания? Не сомневайтесь, даже не сомневайтесь, даже не сомневайтесь. А о чем вы говорите? Кто будет? Значит, мы с вами не будем делать вот таких выводов. Вот прямо сейчас назначать виновных, но вот эти 100 человек-следователей отработают по полной программе. Ну, так точно, даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. Полная, абсолютно. Алло, тебе передают привет, и мама, Вика, Вова, Стелла, я Петя, Тюль, Тюль, Дани, все тебя любят. Вот сейчас по каналу «Россия-1» будет хороший, замечательный фильм о Путине. Сдально смотри, и мы сейчас с победой Владимира Путина на выборах 18 марта 2017 года поздравляем. И два президентских срока Путину 2018-2030 года. Выше награды Путина, день, Героям армии, ФСБ-МВД. Тоже поздравляю, счастья, здоровья желаю, Телочка. Поздравляю, счастья, здоровья желаю. Телочка, мы тебя все любим, вот. Давай, «Россия-1», включай телеканал, смотри фильм. Ну ладно? Давай, пока, молодец, Телочка. Хороший фильм о Путине по каналу «Россия-1», включай, смотри, ну ладно? Что, слышишь, Телочка, алло? Ага, Телочка, как ты подпишешь настроение, Телочка? Ага, Телочка, сегодня по «России-1» телеканалу будет хороший фильм о Путине. Вот как раз то, о фильме, о котором ты говорила, вот по «России-1» по телеканалу. Обязательно будем смотреть и позвони Толе, то есть можно звонить, скажи маме и Вике, вот, тоже скажи по фильм по «России-1». Ну ладно? Вот, ну пока, да? Ага, пока, давай.
Сегодня обязательно смотри фильм по России 1 в 9 часов о Путине. Хороший фильм. Обязательно смотри, понял? Я, конечно, об этом думаю, но начинаю думать. Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Ура, победа. Публичка, поздравляю. Но все изменения будут объявлены. Мы знаем. Владимир Путин, поздравляем. Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Ура, победа. Публичка, поздравляю. Людушка, любовь ненаглядная, Зонушка любимая, дорогая, тебя поздравляю, уже объявили, что Владимир Владимирович Путин с триумфальной победы Владимировича Путина, с большим отрывом от всех кандидатов. Так что поздравляю тебя, Людочка, алло. Отлично, ура, победа. Так что голосовали очень успешно за Владимира Владимировича Путина. Вот, молодцы. Лена, Дима, Людмила Игоревна и я тоже, Петр Николаевич. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ульяна, Ванечка, Серафима, все мои за Путина. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Ну давай, ура, победа, все, целую. Как же Матюшин, здравия, как мать? Любовь, имею в виду, в любой хорошо очень посидели в последний. Вот раз, очень это надо, в любое время звони, вот, подъеду. Вот. А сегодня будет в 9 часов по России 1, по телеканалу Россия 1. Фильм хороший о Путине, Владимире Владимировиче. Обязательно посмотрите, поняла? Алло. Вот. Все, мы тебя целуем, обнимаем, да? Пока, да? Давай, целуем, давай. Марин, как там на самочувствие, настроение, Марин? Ага, Марин, тебе передают привет, Мила, жена, и Вика, и Стелла, и Вова, и дядя. Вот, и все, Даня, все, Толя, все тебя любят. Говорит, пусть мы Марину на почаще звонит, в любое время приезжает. Вот, сегодня будет по России, твой канал «Россия-1», 9 часов, сегодня будет вторая серия о Путине, Владимире Владимировиче, очень хороший фильм. Вот, так что обязательно тоже смотри, Марин, вот, в любое время приезжай, и мы тебя поздравляем с победой Владимира Путина на выборах, вот, президентских выборах победы, вот. И то, что мы на два президентских срока Путина Владимира Владимировича выдвинули 2018-2024-2030 года и передали документы о выдвижении на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года Центральной избирательной комиссии «Энергия Свалью Панфилы». Вот мы на все мировые выставили. Вот тоже лучший фильм «Газета Тайс». Вот всем регионным народам. Вот. Так что Марина тоже поняла, я всех, Марина. Охрана, Марина. Вот. Ну пока, да, Марина? Давай, целую, крепко обнимаю. Пока, война, страх, сына, святого духа. Пока, Марин, ага. Алло. Да, да. Алло. Алло, Мил. Жена любимая. Мил, ты это как, жена любимая, не имеешь, не осчастливая. Ну ты мужа любишь? Маля, ты мужа любишь, Мил? Мужа ты. Я тебя люблю, молодец. По России 24 очень хороший фильм, смотрите. А Владимир Владимирович Путин, срочно включай. Алло. Сегодня обязательно смотри фильм по России 1 из 9 часов о Путине. Хороший фильм. Обязательно смотри, понял? Владимир Путин, мы поздравляем вас с победой. Ура, победа. Публичка, победа. Владимир Путин, поздравляем вас с победой. Ура, победа. Людушка, любовь ненаглядная, Зонушка любимая, дорогая, тебя поздравляю, уже объявили, что Владимир Владимирович Путин с триумфальной победы Владимировича Путина. С большим отрывом от всех кандидатов. Так что поздравляю тебя, Людочка, алло. Отлично, ура, победа. Так что голосовали очень успешно за Владимира Ильича Путина. Вот, молодцы. Лена, Дима, Людмила Игоревна и я тоже, Петр Николаевич. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ульяна, Ванечка, Серафима, все мы за Путина. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Ну давай, ура, победа, все, целую. Потому что ты
очень сложные, непростые задачи. Нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме. Нужно ее осуществить, случайно расслабляться. Нужно вести единое поселение, то считаю, и добиться возможности. Не учитывая, что вы и надо делать, что мы различные культурные изделия. Победа всей России! Наша Россия!
наш президент, вас, живо, правоохранитель, но и мы поздравляем победы Путина! Дарите нашим лучшим мире! Поздравляем Путина! Они в войне, в Земле, в Как ты там? Нормально. Молодец, что делаешь? Ну хорошо, ну ладно, молодец. Как там детки? Лена, Дима, Яна, Ванечка, Серафима. Нормально? Ну, хорошо. Людочка, ну ладно, Людочка, так что мы сегодня были на митинге. На Путина Владимира. Поздравь тоже, я тоже Людмила обнимаю, так что вы все эти на митинге. Не так, за Путина Владимира Владимировича. Все, поздравляю. Алло, Дим, привет. Ну, чувак, там все нормально? Нормально. Там все работы, как все? Нормально. 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 Ну, мама там дома? Давай сюда, да? Алло, Людочка, любовь ненаглядная, жестко любимая, дорогая, как пират тебя слышит. Алло, Людочка, ты где сейчас? Я сейчас проголосовала и пошла оперативную подарку, купила ему внизу руку. Так. Попросила, на все. Молодец, ладно, хорошо. А ты где голосовала? У тебя там в школе, да? Да. А, ну хорошо. Ну ладно, Людочка, ну как придешь домой, позвони, я тебя поздравляю. Да, хорошо, давай. Мы за Путина голосуем. Да. Ну давай, целую тебя, давай. Голосовал, да? Да, я проголосовал. И я тоже проголосовал. Молодец. Ну ладно, и Лена, Дима тоже. Ну давай, целую. Алло, Людушка, любовь наглядная, Жорушка, любимая, дорогая, как рад тебя слышать. Алло, Людушка, ты у меня любовь, дорогая, ненаглядная, как ты там? Хорошо. Ну ладно, что-то сходила эти самые. Серафим, ты купила? Что ты говоришь, там дощечку купил ей, да? То есть там на ней рисовать можно, да? А буквы есть? Да, буквы, да? И даже рисовать можно, да? Ладно, что там, Дима, дома? Серафимка дома? Я тебя люблю, чтобы я понимаю, так что мы сегодня с тобой сходили, чтобы голосовали. Запускай. Я тебя поздравляю с победой. Ну я тебя целую, обнимаю, еще будем созваниваться, да? Ну давай. Любовь наказана, жёстко любимая, дорогая. Ты что, уже пришла? Сегодня проголосовали очень неуспешно за Владимира Путина.
Молодцы. Молодцы. Лена, Дима, Людмила Игоревна и я тоже, Петр Николаевич. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ульяна, Ванечка, Серафима, все мы запутаны. Да. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Да. Ну давай, ура, победа, все, целую. Серафима и Ванечка, они... Ну ладно, хорошо. Ну там как на улице? Не полно, нет? Прохладно, да? Ладно, Людочка, ну, я тебя люблю, целую, обнимаю, так что мы сегодня проголосовали вот за Путина. Вот. Так что поздравляю тебя с любовной победой Путина. Людочка, ну я тебя люблю, целую, обнимаю, там Лена, Дима, да? Алло. Ну ладно, ну ладно, ну все, ну целую тебя, да, Людочка? Ну давай, сейчас вот ждем, сейчас будут итоги объявлять. Ага, ну давай, ага. Да. Алло, Людушка, любовь наглядная, жёнушка, любим, дорогая. Так я рад тебя слышать, Людушка, как ты там? Молодец, так что вот сегодня очень хорошо проголосовали за Путина Владимира Владимировича. Сейчас вот все вот по телевизору передачи идут, сейчас объявляют объявления, сейчас 9 часов. Да, сейчас объявят, сейчас вот мы все ждем о победе Путина, так что поздравляю тебя, Людушка. Ты проголосовал, и я проголосовал, Лена, Дима, все молодцы. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю, давай вот смотри дальше, сейчас очень интересная передача. Ну давай, целую тебя. Людушка, любовь ненаглядная, женушка любимая, дорогая, я тебя поздравляю, уже объявили, что Владимир Владимирович Путин, с триумфальной победы Владимировича Путина, с большим отрывом от всех кандидатов. Так что поздравляю тебя, Людочка, алло. Да. Все, отлично, ура, победа. Так что праздно голосовали очень успешно за Владимира Ильича Путина. Вот, молодцы. Лена, Дима, Людмила Игоревна и я тоже, Петр Николаевич. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю. Ульяна, Ванечка, Серафима, все мы за Путина. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Ну давай, ура, победа, все, целую. Голосовали Мила, Вика, Вова, Стелла. Николаевич, Людмила Игоревна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, я Максим, Иван Васильев, Серафима Дмитриевна. Поздравляем тебя с победой Путина 18 года. Поздравляю уже наш родитель, прощай. Я вас поздравляю. Да, и наша родитель, прощай, наша родитель. Поздравляю с победой Путина, Владимир, на выборах президента 18 года. И два предлога 2012-2014 года. Поздравляю, желаю успеха нашей России. Слушай, Мила, это самое, я тебя люблю, уже давно хочу к тебе подъехать. Когда тебе подъехать-то можно будет? А? Ну ты звони тогда обязательно. Ну ладно, вот какой тебе любимый, да ну весь. Ну ладно? Молодец. Молодец, да. Вот. Потеплее одевайся, когда на улице выходишь, поняла? Вот. Тебе привет передаю, все тебя любят, и мама, и дядя Петя, и Вова, и Вика, вот, и тетя Оля, и тетя Таня. Вот, то есть Стелла, что почаще звонила. Поняла, да? Вот. Вот. И не забывай, 18-го будет выбор президента Владимира Путина. Обязательно приехай, проголосуй, чтобы... Ну, в общем, вот 18 марта будут выборы Владимира Путина. Обязательно надо приехать проголосовать, поняла? Вот, обязательно постараться. Вот, проголосовать, вот. И еще плюс и то же самое. Звони обязательно Вике, тоже скажи, Вик, сходи обязательно проголосуй. 18 марта. Вот. И маме тоже скажи, и Бое. Поняла? Вот. Так что мы-то все пойдем голосовать. Ага. Ну ладно, все, пока тогда, да? Давай, молодец.
Красавица, умница. Да, тебя люблю. Семья счастливая у нас. Вот. Все время звоним и Вике, и Теле, и Вове. Все говорят, что маму любим. Вот. Очень хорошо. Вот. Ты говори, какое у тебя настроение, как у тебя самочувствие? Ой, вообще. Понятно. Настроение хорошее, да, Мил? Мил, хорошее настроение, да? Мама, да. А, хорошее настроение. Мама, да. Молодец. Вот. У меня тут эта подружка. Ага. Ага. Людочка, ну я тебя с тобой обнимаю. 5 километров. Сколько? Ходил по клиентам тут. 2 метра. Сколько? Алло. 5 метров. Ага. С 7 утра. Да, молодец. Ну и главное, что это? Ага. Как ты мальчик, как мальчик? Ага. Это самое. Молодец. Главное потеплее одевать. Вот, смотри. Всегда перед выходом на улицу температуру померить. Поняла? На всякий случай. Вот, так, чтобы с температурой не застудить. Если температура выйдет, а еще сильнее застудить. Вот обязательно планирую 18 марта сюда на выборы приехать. Обязательно президента будем голосовать за Путина Владимира Владимировича 18 марта 2016 года. И 2 президентских срока 2017-2024 года мы выдвинули на 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича. Передали, все поддержали многотысячные форумы, митинги, дивизионы и передали Центральную избирательную комиссию на них. Председатель Центральной избирательной комиссии Панфиловой Николая Александровна. Вот. Так что 18 марта 2016 года обязательно заеду, проголосую туда и доеду к тебе. С тобой посижу, поняла? Ликой. Алло. Вот. Тоже пожелаю счастья успеха. Ага. И обязательно это самое, значит, 18 тоже сходи проголосуй, прям мальчику бери и вместе с ней, прям там рядом это вот, где я понял. Школа в школе, поняла? Вот. Вот. Прямо обязательно, прям с ней иди, и все, заодно она будет видеть. Ей понравится, там много игрушек, обычно всяких. Вот. 18 дней я приеду. Поняла? Вот, его обнимаю. Да? Все, давай, пока. Куда, куда? Это самое, мы... А, понял, понял. Это хорошо, да-да-да, хорошо, это обязательно. Хорошо. Да-да-да, отличные фильмы про Путина, это там, да, молодец. Вот, Стелл, это 18 марта 2016 года, это уже послезавтра, будут выборы, вот обязательно подъезжай на выборы, голосуем за Путина Владимира Владимировича, 2018-2024 года, 2 президентских срока Путину, 2018-2024 года, вот, высшая награда Путин, день Героя Армии ФСБ МВД. Мы тебя с этим поздравляем, тоже пожелаю счастья, здоровья всем. Ну давай, пока, да? Ага, молодец, звони счастья. Все, вот, поздравляем с победой Путина на выборах. Поздравляем, Вова, тоже поздравь. Вова, поздравь, Вова. Ну что она говорит? Да, поздравь. Вы голосовали, мама, Вова, Вика, Стелла. Все проголосовали за Путина. Вова, желаю счастья, здоровья всем. Ульяночка, поздравляем тебя с днем рождения! Ульяна, мы тебя все любим! Ульяночка, с днем рождения тебя поздравляем!
мы тебя любим, и завтра мы с тобой купим тортик и будем... Скажи мне что-нибудь, скажи, давай тебе дедушка песенку споет. Да, я Ленку поздравлю с днем рождения. Скажи Ленке, что папа поздравляет, и ее тоже с днем рождения у меня. Ну, слушай, давай. Давай, Ленечка, да? Давай. Дима, это самое. Девушка, может, наглядная, жестко любимая, дорогая, рад тебя слышать. Твое сохраняю Христом, твое жизнь.
Православным христианам наша противная даруя и твое сохраняя Христом свое жительство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дают по телевидению. Что? Где ты сейчас, Вова? О, нормально все, слышно? Долгий был. Так вот, слышно все, да? Батюшка, благословите, два приемства Путина 2017-2030 года вышло на год не сколько Путина, блин, победу Путина. Сколько Путина, выше награды. Выше награды. Высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира, Крестителя, Святого Руси, Римина, Ярослава, Сергия Радонежского, Вашего Святого, Святого Победе, Максимальной Победе, президент Петрова Рогина, Владимира Владимировича,
Петрова Ванюкова, Рускому. Петрова Ванюкова, Цибину. Виноградову. Александрову. Александрову. Лапову. Урлапову, Цибину. Красных, Акубеку, Кладеку. Пишулину. Пишулину. Турчаку. Петрова Ванюкова. Неверову. Курчак. Яровая. Скворцовой. Голодняк. Шувалову. Варковичу. Варковичу. Шувалову. Партия Чечену. Чечену. Партия Единая Россия. Народный фронт. Армия МВД. Полиция России. Молодец. Молодец. И мы отстояли всю службу. Сильнее укрепившись во мнении. Победа. Всегда на века. Победа Путина Владимира Владимировича 2012-18-24 сроком 30-е года. Тандем Путин Медведев. Победа. Тандем Путин Медведев. Для всех главный на века. Исторический урок. Для всех самый главный исторический урок. Российская армия. Победа российской армии. Для всех стран главный исторический урок. Для всех стран народов самый главный исторический урок. Наша Россия. Наш президент. Вас. Сила, право и честь. Поздравляю вас с наступающей Пасхой Христовой. Христос воскрес, воистину воскрес. Наш Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Великая страна, Россия великая страна, наш обучающий президент. Владимир Путин, Тандем Путин, Медведев, Единая Россия, народный фронт. Армия России, Единая века. Космос, администрация, президента, победа за века. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Поздравляем, много счастья, здоровья, успеха вам желаем. Президент России Владимир Путин, народный, любимый президент, с победой поздравляем Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2016 года на всех фронтах и выборах, на всех выборах, саммитах. Победа Владимировича Путина, самый любимый праздник для всех. Самый любимый праздник для всех. Счастья, здоровья, вам желаем. От души и сердца поздравляем. Вас поздравляем. Чтобы вам сопутствовал всегда во всех делах. Чтобы вам всегда сопутствовал во всех делах. Большой успех. Наша Россия. И Божье благословение. Наша Россия, наш президент. Вас на силу, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент. Вас на силу, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Путина, Владимира Владимировича, Медведева, Медведева. Последняя Россия, народный фронт. На века. Ура, ура, ура!
Ну, обычно, когда ты молишься, чего ты, о чем просишь у Господа? Ну, я молюсь за себя, так вот. За Путина, за его семью. Так. Я тоже за него. Еще другого Александра Владимировича. За Машу, Катю, да? Угу. Потому что мы сегодня видим нашего президента, нашу страну, да? Ну, хорошо, вот. Анечка, вы благословите победу двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича на 24-30-х годах? Благословите, батюшка, победу Путина Владимира Владимировича на 24-30-х годах. Президент России Владимир Владимирович достоин высших
Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину, и слава, и ура! 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 Если там, там не попортили, можно было. Владимир Путин, мы поздравляем вас с победой. Ура, победа. Улечка, подай. Назвал президентским сроком Путина Владимира Владимировича на пост председателя. Владимир Путин, мы поздравляем вас с победой. Ура, победа. Умничка, подарок. Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Да, Россия, армия России в лучшем мире! Молодец! Да. Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло, Людмила Игоревна, мы всех поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС, ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Москвы, суток, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю, Крещение в Руси. С праздником, ВМФ, ВДВ. ВМФ, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, значит, Россия, армия лучшая в мире, российская! Ура, вперед! Россия, вперед! Молодец! Молодцы! Елена Петровна, Дмитрий Петрович, вы не выиграете? Чего? Ты кто? Петр Николаевич, Владимир Владимирович. Мы поздравляем. Праздниками. Голосуйте за два президентских срока Путина Владимир Владимировича. На армия России лучше в мире. Ура! Победа века. Россия вперед! Все голоса свои готовы завладеть.
Владимира Владимировича Путина. Вы помните победу двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича на 20-30-х годах? Ну, господи, батюшка, кто там был, победу Путина. Победу Путина Владимира Владимировича на 20-30-х годах.